Каши очень полезные, в них больше витаминов натуральных. Спасибо, ура. Есть такие каши, которые я не рекомендую кушать. И есть каши, которые рекомендую. Вот я поклонник овсяной каши, пшенной каши, рисовой каши, ну так себе, гречи. То есть это каши, которые полезные, которые нужно кушать. А есть каши, которые вот совсем не полезны. Это там булугур, это сейчас очень популярно киноа, это каши перловая, пшенная. Вот такие кашки не очень хорошо. Нехорошо кушать белый хлеб с сливочным маслом. Если уже кушаете белый хлеб с сливочным маслом, то замените его либо на сухари, либо на черный хлеб со сливочным маслом. Папилломы плоские, папилломы на лице. Что нужно принимать? Для того, чтобы убрать такие папилломы, необходимо смазывать мазью, называется варикозиновая или насья, или одна и другая, в ней находятся компоненты, которые уберут. Принимать при этом чай-железняк и препарат ГВИ, чай-железняк.